Паводок постепенно сходит на нет, но некоторые участки до сих пор остаются под водой. Переправа через Свиягу в Ульяновском районе полностью ушла под воду. Где проходит мост, по которому из Ишиевки можно добраться в Салмановку, можно понять лишь по столбам уличного освещения. Участок дороги закрыли до нормализации ситуации. А пока местные жители пользуются объездной дорогой через Полдомасово. По поручению губернатора, понимая возможности муниципалитета, нам дала команда, и мы совместно с Ульяновским районом в настоящее время готовим документы по передаче данного объекта в областную собственность, чтобы силами департамента автодорог уже приступить к полноценному проектированию и реконструкции данного участка. В соседнем Цельнинском районе в селе Новое Ирикеево затопило низководный мост через реку Бугурна. Уровень воды над поверхностью дорожного полотна составляет около 50 сантиметров. По прогнозу, ситуация должна стабилизироваться в течение 10 дней. Жизнедеятельность поселения не нарушена. Существует альтернативный проезд полевой для жителей, по которому подвозят необходимые продукты питания, лекарственные препараты. Соответственно, жители неудобств не испытывают. В течение прошлой недели в области наблюдались 11 переливов автомобильных дорог. Все службы приведены в круглосуточный режим работы. В нескольких районах введен режим повышенной готовности. Кирилл Савосин, Анатолий Рассохин, УлПравда ТВ.